Опять до того. Витя, Фортуна поиграть, да? Витя, кого берет? Да никого не беру. Фортуна на прошлой неделе Атлетика проиграла. Поэтому... Опять, так там по делу, да? Ну, по делу, да. Хотя я бы взял бы тогда в том матче Фортуну. Да? Да. А я ключа пишу, говорю, Сань, беру Фортуну. Говорю, сделай так, чтобы я ошибся. Там ему особо и стараться не пришлось. Там Богач, короче, феерил. Коби Брайан забил. Не расслабляйся. С пасом Мамаян. С Майами? Мамаян пас. Мамаян пас Брайангу! Как его зовут вообще? Георгий. Пачкори. У них никого нет. Ну, второй Депортиво совмещение не делает, поэтому типа никого там не делает. Центр открыли! Что, так сложно совмещение сделать? Я не понимаю. Такое. Можно совмещение сделать, чтобы двух команд играли. Состав просто весь перенести, типа. Серега, видимо, не хочет этим заниматься. Да, он уже приехал. Что ты говоришь? Я тут приехал или нет? Помогите ближе! Не, ну на прошлой неделе был. Перестраивайтесь, перестраивайтесь. Даже забил, по-моему, один раз. Да? На футбол забил? Гол забил. На футбол сейчас забил. Да, да. Иди назад, блядь, где вы стали, майор! Майор! Петя, расстреляй. Вперед, вперед, один в середину! Ого! Ого! Выше, выше, выше! Чек! Уже в середину, белый оставляй! Олежка, уже! И не! Уже!
больше, меняйтесь. Ее двигает на движение. Это мама! Здорово, давайте, ребят! Даже номер себе такой же взял, как у Брайанта. Конечно. Кобе Брайанта уже нет. Но он же разбился на вертолете. Год назад. Не выпали, на вас полили, просто вы обмахнули. Победа вас, уверенная, успешная, все доброго. Майло можно видеть? Да! Или настоятель? Смотрю, брат-брат. Хорош, парень, здорово! Это в Варшавском прям. Мяч, что такое? Еще раз. Кто? Почему Руслан злой? Я не согласен. А просто ему не понравилось, что у него мяч в мяч ударили с двух сторон. Конечно, неприятно, наверное. Помогите, Вась! Он один стоит. Родина Кристерев, Бродобрей 6. Запись онлайн. Водя ниже, пожалуйста. Назад с ним до конца! Родины Кристерев 6. Ой, Родины Кристерев 20. Там что-то такое. 20. А. Я пойму, что не Серега. Там Серега написано. Ну, теперь он не Сергей, а Серега. Серый. По-моему, Серега там. Ну, или Серый, ну, неважно. Помоги там. Его, не пустите, выше. Он у нас в понедельник работает. Не удивлюсь, если там, в принципе, все мастера по выходным редко работают. Чего? На выходных удобно. Здорово, ребята, здорово, здорово. Когда вареники будут? Берите его! До конца, до конца, с ним! А когда их хавать? Да не надо набирать, ну ты же в интернет перестанешь раздаваться. Окей, смотри, там уже ехали машины, там вот перед этим домом есть поворот направо, что главное дорога. Держать вас по в темпе вальса, пожалуйста. Да, по
чуть тихо. Фортуна в рівні рахунок 1-1 на табло. Да, подійдіть. Все, давай, зараз м'яч іграй. Чуть тихо. Давай, давай, давай. Чунтиханом забивали? Да. Сейчас, на секунду. Набирайся. Ну, играть, оба! Не, бороться нельзя было. Там выем, да, все правильно, все правильно. До свидания, удачи. Александр, с победой, уверен. Спасибо. Конечно, сильный. Защитили пусть слепой. Мой любимый соперник. Центр, центр! Спина, двое! Спина, двое! Вони остаётся! Стой, стой! Хорошо, идём! Поджимай, поджимай! Хорош! Давайте подвигайтесь! Подвигайтесь, ребят! Сразу с ним, с ним, с ним, с ним! Все, позвонил? Нет. Выходи, Жорка, выходи. Ну, он наберет, на этот раз. Ходя на нашу. Да, выше, выше, выше! Когда будет? Жорочка, вдвоем в центре стоите, Руса, Жорочка. Жорочка, перестань, перестань!
Буду счастлив. Где здесь игре? Найдем. Бумажку. Попробуем. Посмотрите. Откройся. Один. Я тебе положу. Хорошо. А зачем тебе это? Да вот это вот молния. Останься, останься, боже! Белый, ты на грани, белый. Белый на каждый, белый. Ребятушки, загоняй. Что, попасть никак не можешь? Да. Давай, давай! Иди, иди, я просто мне мелочь просто нападает, я дал курьеру что-нибудь. Тебе для чего? Для мойки? Да. Хороший! Подам добавил, да? Подам прибавил. Конечно. Там дальше. Я не знаю, какое время съемки кушать. Ну, перерыв через 5 минут. Ой, Брайан, ё-моё. Перекладины тоже были просто. Макс, устал? Ты обменяйтесь, если вы заебались, пиздец.
Красных был, но дали синим. Да, и время уже можно свисток давать. Свисток даешь на перерыв? Да. Давай. Хорошо.